Выступления разные бывают. В самом начале нужно дать понять аудитории, зачем ты здесь, зачем они здесь. Если просто они сделают вид, что слушают, а ты сделаешь вид, что выступишь, это пустое занятие. Мне нравилось, у нас были преподаватели в военном училище, который умел изложить по математике, он умел изложить материал за 15 минут, а у нас лекция длилась 45 минут. Он сказал: ребята, я сейчас вам расскажу, если двоих из вас я вызову к доске, и они меня поймут и ответят на мои вопросы, я вам дам полчаса поспать. Слушай внимательно очень. Отвечали, мы спали. Вот подход его, пожалуйста. А мог бы прийти и сказать: слушайте меня, и начал бы там чертить хитроумные схемы, отрабатывать по конспекту все задачи, мы бы делали вид, что слушаем, сами рисовали бы чертиков в тетрадях, пришли зачеты, мы ничего не ответили. Здесь то же самое. Когда мы идем на публичное выступление, мы должны четко знать, что мы вообще хотим сказать, до каких сердец мы должны застучаться и как должны замотивировать данное поведение. Понятно, есть там лекции, понятно, есть какие-то обязательные атрибуты, которые должны там есть неси в голову. Но нужно в первую очередь самому понять суть тех вещей, которые ты хочешь объяснить, и с помощью различных каналов восприятия, это аудио, тактильное и видео, те каналы, которые воспринимает человек, знания, уметь донести. Есть же несколько методов доведения информации. Вот, допустим, я знаю, что возьмем стрельбу, да? Как обучить человека стрелять? Я могу им сказать: вот держишь пистолет в сторону мишени, совмещаешь мушку с целиком, нажимаешь на курок плавно, не дергать. Все. Но если ты придешь, скажешь ему: вот это пистолет Макарова, допустим, да? Характеристики его расскажешь, меры безопасности расскажешь, дашь в руках подержать, потом расскажешь, как нужно держать хват пистолета, какие ощущения должен при этом испытывать, как ты должен нажимать на спусковой крючок, ассоциацию представил, да, что он нажимает не спусковой крючок, что он нажимает на шар мягкий, который упругий, но поддается. Вот. Потом, как он должен мушку с эликом видеть в прорези, как он ее должен отчетливо видеть, а мишень ты должен видеть как бы мутно, что фокусировать зрение ты должен на мушке с эликом. Опять ассоциативный ряд. Дал ему возможность пострелять в холостую, посмотрел, что он неправильно делает, помог ему. Потом, самое главное, это первый выстрел. И когда ты видишь, когда он видит, что у него получается, он тогда будет заниматься. Когда ты выбираешь методику подготовки его так, чтобы ему было интересно, чтобы заинтересован был в результатах своего труда, не спешил за результатом, не гнался, а вот именно в самом процессе выстрела испытывал удовольствие. Этому тоже можно научить. Тогда человек стреляет хорошо и устойчиво. То же самое, когда человек любит свое дело, тот же лектор или человек, который публично выступает, он же сам в это верит, сам должен это любить. И тогда это передается аудитории. Поэтому нужно осознанно знать, что ты хочешь. Допустим, часто очень, времени мало свободного, мне подходят граждане или представители Совета ветеранов, или ветераны, и хотят поднять какую-то проблему. Я им говорю: сформулируй мне одним предложением. И они теряются, потому что они не знают, чего они хотят. Когда они могут сформулировать, я знаю, что они осознанно знают. И я вижу, что человек пришел не с пустыми руками, у него есть план действий. И мы можем быстро решить эту проблему. То же самое здесь. Ты должен знать одной фразой, что ты хочешь им довести.